На площадке университетского парка сегодня соединяет команды «Князь Владимир» и «Я живу», а пока «Ярослав». Представляют участников матча. Наши гости команды «Я живу», а пока «Ярослав». Форма «Бандола». Номер первый. Михаил Ермолин. Номер 27. Михаил Яков. Номер третий. Леонид Соловов. Капитан команды. Номер второй. Артем Красный. Номер шестой. Иван Корников. Номер седьмой. Егор Дурин. Номер восьмой. Александр Татарин. Номер девятый. Дмитрий Степанов. Номер одиннадцатый. Алексей Петров. Номер двенадцатый. Александр Лукенко. Номер тринадцатый. Лев Власов. Номер 19. Рахматов. Номер 15. Никита Алексеев. Конфликтная команда Сергея Сергеевича Васильева. Тренер Сергей Иванович Сергеев. Команда «Князь Владимир» форма белая. Номер 1. Игорь Карлович. Номер 2. Максим Дудин. Номер 3. Андрей Кирилович. Номер 5. Алексей Силатов. Номер 6. Алексей Аркадьев. Номер 8. Андрей Павлинович. Номер 9. Владислав Васильевич. Номер 11. Александр Горников. Номер 16. Александр Кирилович. Номер 17. Марат Макушев. Номер 18. Артем Кондратьев. Номер 20. Алексей Денисов. Номер 77, Дмитрий Казаев, номер 291, Михаил Прямов. Представляете, где есть судья Ломашина? Судья Алгенкин Зеленый, Виктория Юрий Кудакова, город Владимир. Второй судья Алгенкин Зеленый, Виктория Юрий Коваленко, город Ярослав. Третий судья Иван Андреев, город Владимир. Судья Михаил Галка, город Владимир. Инспектор матча Константин Казахин, город Владимир.
Yeah.
Даня Лучарева, номер 6, князь города команды Ярьёвы «Авангард», забил Марат Мангушев, номер 17. Да.
Thank you.
Nunca quiero votar más. Además, se va a acabar la señora de la Thank you.
Бога. Внешний ворота команды «Ясно-Орда» забил Данила Акая, номер 6, команда «Ясно-Орда».
Команда «Настоящий Владимир» имеет 5 командных колонок. Между играми футбольной и золотой игрок, мы тоже следим за этим образом.